70 жилых домах Барнаула по-прежнему отсутствует горячая вода, хотя запускать теплоснабжение по контуру ТЭЦ-2 начали еще в понедельник. К слову, раньше обещанного срока. Напомним, опрессовка началась в середине июня. За время проведения гидравлических работ было выявлено более 200 повреждений. Сейчас горячая вода по-прежнему отсутствует в некоторых жилых домах. По улице Кулагина, на проспекте Калинина, Северо-Западный и 40 лет Октября. Без горячей воды в данный момент и 3 детских сада. По словам специалистов сибирско-генерирующей компании, повреждения были обнаружены уже в момент запуска теплосетей. Неполадки устраняют, а к вечеру горячая вода должна быть у всех потребителей контура ТЭЦ-2. И небольшой совет от специалистов. Если вы включили кран с горячей водой, а из него по-прежнему бежит холодная, необходимо подождать и спустить воду. По их словам, система контура старая и долго не функционировала. Чтобы она заработала полноценно, необходимо время.